Знаете, я воспитан в достаточно глухом сибирском краю и воспитан на уважении к русским художникам, к передвижникам, к классикам, к той музыке Чайковского, Шостаковича, Рахманинова, Мусоргского, конечно. И вот я, моя система ценностей, что такое искусство, она сложилась давно. Вот когда сегодня мне говорят, что Марат Гельман – это искусство, я не понимаю человека. Мы говорим на разных языках, потому что Марат Гельман – яркий человек, я его хорошо знаю. Он гений эпатажа, но выдавать эпатаж за искусство – ну вот в чем искусство, когда, если помните, на весь мир показали с его подачи поедание огромного торта «Ленин в гробу в натуральной величине». Или когда Марат Гельман у себя в галерее выставил огромное чучело коровы под хвостом, сделанным телевизором, и каждому приглашали посмотреть вглубь России. Это означало подойти к корове сзади и посмотреть ей под хвост. Это что, искусство? Вот то, что в Перми он нашел прибежище, ну, наверное, в чем-то потому, что Союз правых сил там имел определенные позиции или традиции. Но при чем тут искусство? Когда нам дерьмо кладут в тарелку и говорят, вот это современное искусство. Это не искусство, это оскорбление понятию красоты. Что такое искусство? Это соединение красоты, гармонии, нравственности и человеческой мечты. Вот что такое искусство. А у Марата Гельмана это скорее соединение мерзости, оскорблений и унижения человека. Это не современное искусство, это, если хотите, бесовщина.